студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Армавире наблюдается повышение активности клещей по сравнению с прошлым годом. Как избежать неприятных последствий отдыха на природе, узнавала Ирина Чупина. Жара как источник плохого самочувствия. В Армавире врачи фиксируют увеличение числа инфарктов, инсультов и обмороков среди населения. Как обезопасить себя, выясняла Андрей Топчива. Получить билеты на рок-фестиваль «Нашествие» можно абсолютно бесплатно. Как это сделать, узнаем из выпуска «Твоих новостей». За прошедший период текущего года в медицинские учреждения Армавира обратилось 64 человека, ставших жертвами клещей. Это на 53 больше, чем за то же время в 2015-м, сообщают в Роспотребнадзоре. Чем обусловлена такая высокая активность насекомых и как уберечь себя от заболеваний, передаваемых клещами, узнала Ирина Чупина. Основной период активности клещей приходится на теплое время года. Это май, начало июня. С середины первого летнего месяца количество пострадавших от укусов насекомых снижается. По многолетним наблюдениям, данным многолетних наблюдений, эпидсезон укуса клещами на нашей территории, южной территории, завершается в начале июля. То есть наступает такой период времени года, теплый, жаркий, не которым клещи на поверхности уже не живут, и они как бы уходят глубоко, ну, на зимовку, глубоко в землю. Теплая весна в этом году поспособствовала активизации кровососущих насекомых. Обращений пострадавших от укусов клещей в текущем году на 53 больше, чем в прошлом, отмечают специалисты. В 2016-м зафиксировано 64 таких случая. Армавирским филиальным центром гигиены и эпидемиологии было с внешней среды отобрано порядка 50 клещей и отправлено для исследования в краевой центр гигиены и эпидемиологии для наличия, являются ли они переносчиками инфекционных болезней или не являются. Такой мониторинг проводится ежегодно, как и акарицидная обработка против насекомых. В первую очередь профилактическим мерам подвергаются площадки школ и детских садов. Специалисты напоминают, что во время пребывания на природе по-прежнему необходимо помнить о мерах предосторожности и ограничить доступ насекомых к кожным покровам. Если клещ все же впился в тело, лучше обратиться в медицинское учреждение, где его извлекут максимально безопасно. Далее останется только наблюдать за своим состоянием. Если в течение 21 дня какие-то изменения в состоянии здоровья, повышение температуры, место укуса каким-то образом изменится, покраснение, отек, то опять же рекомендовано обратиться в лечебное учреждение, и тогда, чтобы исключить заболевание, это боррелиозы, которые связаны, которые вызывают клещи, будет проведено обследование. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Шатающаяся неуверенная походка, нескоординированные движения. Увидев на улице такого человека, не спешите причислять его к изрядно выпившим. Возможно, у прохожего гипертонический криз. Из-за жары метеозависимые люди подвержены колебаниям в состоянии организма. В Армавире медики уже отметили увеличение числа обратившихся с инфарктами и инсультами. Дарья Топчиева продолжит. Жара – настоящее испытание для человеческого организма. И если одни переносят высокие температуры более-менее безболезненно, то другие впадают в прямую зависимость от погоды. Принято считать, что в группе риска находятся люди старше 60 лет. Однако ухудшение самочувствия более различного характера во время жары отмечают люди разного возраста. Сердце и голова, и я вся мокрая, и я слышу, что у меня и руки трусятся. Тяжело дышать. Давление поднимается и всевозможные, недомогания практически. Голова кружится, слабость вообще полная в организме полностью. С высокой температурой медики связывают увеличение обращений за помощью в городскую больницу. Так, в среднем в день туда поступает около 4 пациентов с инфарктами, около 50 экстренных больных в обморочном и постобморочном состоянии. Специалисты советуют быть внимательными к своему здоровью. К примеру, признаки гипертонического криза можно обнаружить у себя самостоятельно и в нужный момент обратиться за помощью. Сначала повышается давление, либо появляется головокружение. Нужно обратить внимание на свое состояние, если появились боли за грудиной, если появилось головокружение, тошнота появилась резкая,
Нужно обязательно померить давление в этот момент и вызвать скорую, если цифры давления будут завышены. Чтобы жара не дала выйти из строя, следует придерживаться простых правил, напоминают специалисты. Выбирать одежду из легких натуральных тканей светлых оттенков, соблюдать питьевой режим, выпивая минимум 1,5 литра воды в день, а также по возможности избегать прогулок под открытым солнцем в период с 12 до 3 часов дня. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Космопоиск в Новокубанске. Главный исследователь аномальных явлений и НЛО в России Вадим Чернобров в рамках своей экспедиции встретился с новокубанской молодежью. С подробностями Роман Габарец. В очередной раз Новокубанский район посетила делегация уфологов во главе с руководителем общественной организации по исследованию аномальных явлений и НЛО «Космопоиск» Вадимом Чернобровым. Необычные гости разбили свой лагерь в районе станицы Прочнокопской, вблизи известных пушкинских мест. Пообщаться с учеными могли все желающие. Специалисты отдела по молодежной политике организовали форумную площадку, встречу уфологов с активистами молодежного движения, школьниками и студентами. В неформальной обстановке участники экспедиции рассказали о своей деятельности. Они пояснили, что Новокубанск можно с уверенностью назвать родиной кругов на полях. Больше всего подобных явлений происходит на Кубани. А если говорить о Кубани, то больше всего в Краснодарском крае вот этот куст появлений кругов на полях происходит здесь. Круги на полях появляются нигде попало. Они появляются по определенным полосам. Эти полосы примерно 100 километров шириной. И так уж получилось, не знаю, посчитайте вы, что вам повезло, что Новокубанск находится в середине этой самой полосы, одной из этих полос. Делегатов известной уфологической организации посетил глава муниципального образования Александр Гамодин. Александр Владимирович поблагодарил членов «Космопоиска» за посещение района, интересный рассказ и неповторимую атмосферу приключений. Мы пока не можем этого познать, но, наверное, может быть, когда-нибудь и узнаем. Но, по крайней мере, это сегодня нам дает повод общаться самим, общаться ребятам, детям, увлеченным людям. Это уже прекрасно. Руководитель организации «Космопоиск» Вадим Чернобров рассказал о своих исследованиях, находках и наблюдениях, провел увлекательный экскурс в историю, после чего ответил на вопросы собравшихся. Встреча у костра проходила оживленно. Это замечательная встреча. Я такое, если честно, вижу впервые. Никогда к нам не приезжала такая делегация людей, включая даже главу Новокубанского района. Потрясающее событие. Новокубанские энтузиасты поблагодарили гостей за интересно проведенное время на свежем воздухе. Теперь каждый из собравшихся знает, куда обращаться в случае обнаружения неопознанного и неизвестного и готов послужить новым открытиям и науке. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира». До самого масштабного ежегодного музыкального фестиваля России «Нашествие 2016» остается чуть больше недели. Билетов уже практически не достать, но армавирцы могут их получить абсолютно бесплатно. Как узнала Юлия Чернышова. Я знаю таких людей, которые несколько лет уже посещают «Нашествие» и каждый раз говорят, что это просто вау. Нет никаких даже сравнений, с чем можно сравнить этот фестиваль. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Вперед на «Нашествие» с нашей радио «Армавир». Ежедневно с 11 до 12.00 в прямом эфире на волне 98.1 FM диджей Ольга Артемова дарит билеты на лучшее приключение этого года. 8, 9 и 10 июля в Тверской области в Большом Завидово. Позавидовать можно будет всем присутствующим на легендарном шоу с участием таких известных исполнителей, как Би-2, Ленинград, Сплин, ДДТ, Чайф, Браво, Бутусов и Юпитер, Пилот, Кипелов, Чиж и Ко, Крематорий, Ночные снайперы, Мельница, Ногу свело, смысловые галлюцинации. Будет жарко. Для того, чтобы получить билеты на «Нашествие», нужно всего лишь навсего дозвониться по номеру 30301, ответить на очень простые вопросы, взять с собой друзей, знакомых, палатку, хорошее настроение, отправиться в путь. Полетели, нужно вписать в чью-то тетрадь, кровью как метра полетели, выхода нет.
Группа «Сплин» откроет первый день фестиваля нашествия полуторачасовой программой. А хедлайнеры вечера Диана Арбенина и ночные снайперы устроят грандиозный концерт в честь дня рождения лидера группы. Пожар эмоций первой ночи фестиваля гарантирован с Ленинградом, а Сергею Шнурову поможет Министерство обороны. Накалять музыкальную атмосферу субботнего вечера 9 июля продолжит группа ДДТ и их единственный бессменный лидер Юрий Шевчук. Организаторы обещают, что главное приключение года выйдет за рамки привычного, превзойдя год 2015. На главной сцене зрители увидят настоящий снег и зимнюю атмосферу. Бесплатные билеты на нашествие на нашем радио «Армавир». Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Армавирские дзюдоисты завоевали места на пьедестале почета краевого первенства. В командном зачете они стали бесспорными лидерами. Достойно выступили наши спортсмены и на других турнирах. Спортивная хроника в материале Ирины Чупиной. В Ейске прошла 4-я летняя спартакиада молодежи Кубани 2016 года по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения. Армавирские спортсмены выступили достойно. В весовой категории до 50 кг второе место занял Александр Никитченко, до 85 кг Андрей Волков. В весе до 100 кг третий стал Араик Тумасян. Среди спортсменов до 120 кг бронзу взял Алексей Сахаров. В Тимашевске 27 июня прошли краевые соревнования по стритболу. В город в этот день приехали 14 команд из 7 районов Краснодарского края. В самом массовом соревновании края по уличному баскетболу наша команда стала 6-й. В Армавире завершилось первенство Краснодарского края по дзюдо. За награды боролись 287 спортсменов в возрасте до 18 лет из 20 городов и районов края. Армавирские юноши стали бесспорными лидерами в командном зачете. Среди девушек впереди были спортсменки из Краснодара. В личном зачете золото на счету у Ивана Матуза и Юрия Меликяна, серебро у Геральда Аванесяна, Рамазана Каразева, Симона Елизяна, бронза у Александра Лазукина и Николаса Гелашвили. Среди девушек серебро у Екатерины Воеводиной, бронза у Арины Ивановской, Герил Анджаевой и Татьяны Черник. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», Тургенева 140, торговый центр «Оскар».